Уровень воды в районе города Ишима пошел на спад. Сегодня река была на 8 сантиметров. Исторический максимум подъема составил 10 метров 64 сантиметра. В городе продолжают круглосуточное патрулирование защитных сооружений. В планах и другие противопаводковые мероприятия. Всем ребятам, кто занимается карауленем, искренне слова благодарности от всех жителей города Ишима. Завтра строительный университет приезжает. Преподаватели, студенты будут смотреть прибором. Прибор называется геомониторинг, чтобы посмотреть все-таки, где у нас там происходит проран этого защитного сооружения и как можно быстрее его устранить. Вот это задача номер один сегодня. Потому что если, не дай бог, что-то произойдет, то западная часть города Ишима будет очень сильно подтоплена.